Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я!» Исаак сказал: «Вот! Я состарился, не знаю дня смерти!» Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне есть, чтоб благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Оу. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. Ревека сказала меньшему сыну своему Якову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицем Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, и ты принесешь отцу своему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься щупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». И пошел, и взял, и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Якова, а руки и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Якову сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я, кто ты, сын мой?» Яков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу».
И сказал Исаак Якову: подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой, Исав, или нет? Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: голос, голос Якова, а руки, руки Исавовы, и не узнал его, потому что руки его были как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: ты ли сын мой, Исав? Он отвечал: я. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Яков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной, от тука земли и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Пусть господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающий тебя, проклятый, благословляющий тебя, благословенный. Как скоро совершил Исаак благословение над Яковым, сыном своим. И как только вышел Яков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто же это, который достал мне дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, он и будет благословлен. Исав выслушал слова отца своего Исаака, помнил громкий, весьма горький вопль, и сказал отцу своему: отец мой, благослови и меня. Но он сказал ему: брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал Исаак: не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Еще сказал Исав отцу своему: неужели ты не оставил и мне благословение? Исаак отвечал Исаву: вот, я поставил его господином над тобою. И всех братьев его отдал ему рабы, одарил его хлебом и вином.
Что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твоей. И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. Сказал Исав в сердце своем: приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: вот, Исав, брат твой грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих. Встань, беги Месопотамию к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? И сказала Ревека Исааку: я жизни не рада от дочерей хетейских. Если Яков возьмет жену из дочерей хетейских, каковы они из дочерей этой земли? То к чему мне и жизнь? Каковы эти дочери этой земли? То к чему мне и жизнь?